К сожалению, в сегодняшней России наука, техника и инновации остаются в сложном положении. Доля инновационных продуктов в промышленном производстве у нас в десятки раз меньше, чем в развитых странах. Почему это так? Почему это так? Потому что у нас сегодня не создана инновационная система. То есть система, которая позволяет достижение, которое дает фундаментальная наука, неважно, где в Академии наук или в высшей школе, вот, быстро доводить до полки. Для того, чтобы это происходило, то есть чтобы это шло в практику, и потом вот мы с вами пользовались бы мобильными телефонами нашего изготовления, вот, не хватает одной очень важной промежуточной цепи. Эта цепь называется инновационной элемент. Вот как происходит рождение новых товаров, значит, инновационных товаров. А действительно, наш процент инновационных товаров очень низкий. Вот в Академии наук или в высшей школе, сейчас неважно, вот, возникает какая-то идея. Эта идея, ученые разрабатывают и выдают какой-то эффект. Вот. Ну, допустим, вот надо сделать там какие-нибудь полупроводники особые, или там лекарства, и так далее. Вот. Потом это все должно попадать в прикладные институты, которые занимаются тем, чтобы эту идею реализовать до полупродукта. Не продукт, а полупродукт. Полупродукт. Обычно, да, и вот когда этот полупродукт, значит, создан, дальше идет производство и полка магазина. Так вот эта часть, если уберем отсюда 10% науки фундаментальной, она составляет 80%. То есть 80% это прикладные НИИ, КБ, сертификация, совместимость. То есть вещи, которые являются прикладными, они не являются в полном смысле научными. И вот эта часть раньше, в той системе, с которой мы уже ушли, да, вот, она принадлежала министерством. Вот каждое министерство, их было 132 министерства, имело свою прикладную науку. И оно тащило вот, эту цепочку до полки. Хорошо тащило, плохо тащило. Где-то хорошо, где-то тащило, плохо. Да. Но у нас были достижения, были недостатки. Сегодня вот этой цепочки нет вообще.